собираются очень необычно. Город огромный, дикий миров, что тянется на чахлыми болотами и озерами, а сам уже готов распасться на мозаику островов. По мокрым лабиринтам болот можно бродить, как по своим мыслям, и не всегда знаешь, где очутишься. Жизнь почти уже 13-летнего человека наполнена всякими ужасами и приключениями. Впрочем, если не обращать на ужасы внимания, то кроме приключений ничего не происходит. Нет, то есть происходит, но все какие-то обязательные мелочи. Уроки, музыкалка, коньки. Теплая осень только началась, и мешала как следует выспаться. Поэтому все приключения еще спокойно спали. И взрослая маленькая девочка смела добраться до школы без них. Звали эту девочку Алиса. Открой глаза.